может быть, можно выделить только две пары, которые оторвались от всех. Это канадцы, значит, мировым рекордом, да и французы. Ну, вообще канадец ошибся тоже, между прочим. Хотя мировой рекорд получил. Да, хотя получил мировой рекорд. Но видите, значит, все-таки что это имена как бы зазначают, как бы. Это даже ошибки им прощают. Да, иногда прощают. И мы сегодня говорим, что надо быть вот мировой звездой, иногда, тогда, иногда будут прощать ошибки. Но когда они происходят редко. Если ошибки будут часто, прекратят прощать. А вот, знаете, некоторые специалисты, мы его не знаем, какие специалисты, но есть такой спор, и говорят некоторые специалисты, что вообще у нас в танцах беда. Нет никакой смены. Да? Это на самом деле так, что у нас в России нет смены танцев? Или вот я просто вижу, у вас как раз пара, которая реально одна из лучших в стране сеньоров, второй уровень у нее, да, после Аллы Лабаты и Павла Дорозда, и пара, которая с будущего года становится лидером, сколько Лабада Дорозд переходит во взрослую категорию, ваша пара становится лидером, да, юниорского танцевального катания. Действительно у нас нет смены? Вот действительно правы эти специалисты, которые так заявляют? Я не знаю. Мне кажется, что не совсем так, потому что на первенстве России такой был, мне кажется, серьезный уровень. Конкуренция была, по-моему, да, конкуренция была бешеная вообще там. Попали в тройку, там несколько пар переделали. Первое и второе место так не особо обсуждалось, а вот за третье место борьбу вели, по-моему, 5 или 6 до этого. Ну вот, там было претендентов, то есть много есть. Да, да, да. И я считаю, что смена растет очень. Причем, по-моему, в финал гран-при попали 2 пары. Да, потом да, чемпионат да. мира. И чуть-чуть не хватало. На чемпионате мира тоже, вы знаете, выступили все русские пары очень достойно. Вот это считаю, очень молодцы. Достойно. Все откатались чисто. И с эмоциями, да, да, и с эмоциями. То есть места это уже тоже. Я не буду обсуждать места, ну, которые хорошо, они заняли. Второе чудо место, например, по юниорам для российских танцев, по-моему, очень хорошее достижение. Да, конечно.